Good morning, dear students. Today our new theme at page number 14, writing an article. Здравствуйте, доброе утро, 10 класс. Сегодняшняя наша тема на 14 странице. Цель нашего урока, сегодняшняя цель, второе упражнение, Amazing Rescue. Удивительное спасение. Прочитать текст, выполнить задание, затем пятое задание – выполнить его. Два задания, второе и пятое. Здесь нам дан модельный Moodle текст, модельный текст, модель текста про удивительное спасение. Прочитайте его. А также у нас сегодня грамматика adverbs of order of adverbs. В этом тексте нам даны, прочитайте текст, и снизу вам даны предложения. Вы должны эти предложения поставить, эти события по порядку. К примеру, да, первое, пишите от 1 до 8, и вы должны рядом написать букву, да. К примеру, да, первое. Первое будет D. Peter and Richard began their hike. Питер и Ричард начали свое hike переводится как поход. Затем второе будет A. They stopped for a break. Они остановились на перерыв, да? Прочитайте. Если прочитаете текст, вы сможете поставить эти события по порядку. 8 заданий. 2 я вам выполнила, выполняете 6. А затем у нас сегодняшняя грамматика adverbs. Order of adverbs. Comparatives and superlatives of adverbs. Adverbs мы переводим как наречия, да? Но наречия, оказывается, они также делятся, имеют свои значения, да? Adverbs of manner. Adverbs of manner. Наречие манеры, да? Оно обозначает как. Quickly, быстро. Или по смыслу. По смыслу. Adverbs of frequency. Adverbs of degree. How much. Adverbs of frequency. How often. Как часто, да? Adverbs of degree. How much. Сколько, да? Really, да? Вот это слово. Really, never. Это все adverbs. And adverbs of time. When, afterwards. Когда, да? Обозначает время и место. Вот они делятся вот так. Теперь в тексте опять возвращаемся к второму заданию. Чтобы выполнить пятое упражнение, read the theory. Прочитайте теорию. Identify the types of adverbs in bold in the article. Найдите вид или тип наречия, который в статье, да? В статье. Черным выделены наречия very, happily, suddenly, nearby, then, never, soon. Вот эти наречия вы должны их определить. Пишите вот таким образом. Прочитайте обязательно правильно, вы все поймете. Затем вы пишете вот таким образом. 8 событий, и вы должны, как они произошли, вставить всего лишь буквы. Полностью предложение писать не обязательно. И затем пятое, to present adverbs, да? Вы должны найти тип наречия. Даны 7 наречий. Very,
adverb of degree – это наречие степени, да? Happily – adverb of manner. Вот таким образом пишите suddenly, nearby, then, soon и never. Надеюсь, что задание вам понятно, как писать. Надеюсь, что вы поняли. Good luck. The lesson is over. Goodbye.